Президиум Генсовета «Единой России» вынес для выдвижения лидером списка партии по Камчатскому краю кандидатуру губернатора Владимира Солодова. Глава региона поблагодарил коллег за оказанное доверие и возможность работать в большой команде. Сегодня президент особо подчеркнул, что он делает ставку на людей, которые готовы брать на себя ответственность. Год назад я взял ответственность за Камчатский край и сейчас готов возглавить список на выборах. Я шел на выборы губернатора как самовыдвиженец, потому что считал и продолжаю считать, что моя задача консолидировать все силы и обеспечить представительство интересов каждого жителя Камчатки. Поэтому для меня это непростое решение, но именно сегодня партия «Единая Россия», как главная движущая политическая общественная сила в стране, призвана решить эту задачу. Ведь в нее входит максимально широкая представительство каждой социальной группы, каждой профессии, каждого слоя нашего общества. Владимир Солодов отмечает, что приоритетными направлениями работы партии является забота о людях и повышение качества жизни в стране. Нам предстоит усилить работу с людьми, повернуться лицом и поставить в центр нашего гражданина. Делать это не в кабинетах, а на улицах городов и самых маленьких поселков. Нам предстоит освободиться от не всегда добросовестных людей, которые, как выразил сегодня президент, часто хотят прислониться к партии, избавиться от бюрократического корки, как сегодня эмоционально сказал президент. Много работы впереди. Также на 20-м съезде «Единой России» был определен список кандидатов, которых партия выдвинет для участия в выборах депутатов Государственной Думы. Сформированы 57 территориальных групп федерального списка. В него вошли более 600 кандидатов. Ольга Семенова, информационное агентство «Камчатка».